Технофест объединил людей разных возрастов. Самому юному участнику 5 лет, а самому старшему 18. Специально для гостей фестиваля его организаторы создали интерактивную демонстрационную площадку «Хай-Тек». Вместе с педагогами детско-юношеского центра Верой Пичагиной и Викторией Боковой гости фестиваля погрузились в создание лего-роботов. Мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в мастер-классе от Анатолия Немова, который предлагал ребятам сконструировать авиамодель. А папы будущих инженеров с интересом слушали рассказ Виктора Дьяконова о тонкостях работы с диодами и микроконтроллерами Arduino. Бурный восторг гостей фестиваля вызвал образовательный квест «Технобум». Оживить робота, создать машину будущего или поучаствовать в сборке электроцепи для радиоприемника, чтобы он в итоге зазвучал – вот такие задачи ставились во время игры. И все они очень заинтересовали участников разных возрастов. Столь массовое скопление роботов на один квадратный метр встречается крайне редко. Юные техники со знанием дела рассказывали о том, как собрать робота из частей конструктора Лего и как с помощью программирования вдохнуть в него жизнь. Электронная гитара, роботы-помощники, грузоподъемные краны, очистители космоса и разведчики, но больше всего здесь было роботов-животных. Так робот-слон с легкостью перемещал внушительные грузы, а робот-змея, видя перед собой преграду, пытался поразить ее своим жалом. В завершении фестиваля юным техникам предстояло проявить мастерство в соревнованиях «Техногород». В категории «Лего» заявилось 89 участников, которые демонстрировали теоретические знания, ответив на вопросы, посвященные изучению простых механизмов. На втором этапе конструировали модель по фотографии. Одно из популярных соревнований среди лего-роботов – Кигель-ринг. Более 20 участников проявили фантазию и смекалку и собрали абсолютно разных роботов. Задача робота – вытолкнуть все кегли за пределы черного круга. Причем никаких особых приспособлений для этого у него быть не должно. Грандиозное по своей задумке и масштабное событие, первый открытый городской фестиваль технического творчества «Технофест» стал настоящим праздником для 200 юных техников из Верхней Салды и Нижнего Тагила. Более 250 человек стали зрителями фестиваля, и, судя по количеству желающих посмотреть на изобретение ребят, не исключено, что в следующий раз кто-то из гостей может стать его участником.